первой вакциной от коронавируса «Спутник Ви», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», привился министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Глава ведомства получил прививку сегодня утром. По его словам, можно официально заявлять, что партия вошла в массовый оборот. Завтра в Бобруйске пройдет республиканский субботник. Напомним, половину всех заработанных средств направят Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Оставшиеся средства останутся в распоряжении облсполкомов. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Юрлицам ИИП предоставят право на интернет-торговлю ювелирными изделиями до 31 августа. Для занятия этой деятельностью продавцу необходимо зарегистрироваться в качестве участника пилотного проекта, а также иметь физическую точку реализации. Акция «Чистый водоем» стартует сегодня в Беларуси и продлится по 24 апреля. Принять участие может любой желающий. Для этого надо обратиться в районные учреждения общества охотников и рыболовов по месту жительства, где выдадут все необходимое – мусорные пакеты и перчатки, а также помогут с вывозом собранного мусора. Глава Белавия заявил о восстановлении до 65 авиаперевозок в период пандемии. Он уточнил, что в апреле 2020-го белорусская авиакомпания перевезла чуть более 7% пассажиров от уровня в аналогичный период предыдущего года. Однако сейчас почти удалось восстановиться, причем идет увеличение. Он добавил, что больше стало дальних рейсов.